Глина – это живой материал. И во многом глина сама подсказывает, какая получится форма. Нужно просто очень тонко наблюдать за ней. Формируется шар. Это как энергетический такой сгусток между ладонями, который сбивается, как тот колобок из сказки. И далее уже глина подсказывает, это будет продолговатая, круглая или, может быть, конусообразная форма. Глине нужно немного подсохнуть, и делается свистковая часть. Свистковая часть – это ювелирная работа, там все очень тонко, все очень нужно выверить и добиться того, чтобы был очень тонкий и качественный звук. После этого глина подсыхает и делается наметка игровых отверстий, и можно наносить орнамент. Орнаменты, они рождаются в голове, они рождаются в процессе. Или же, опять же, глина сама подсказывает, какая. Вот иногда просто всматриваюсь в какую-то тонкую линию, да, вот какой-то изгиб, может быть, там пальцем что-то вот продавил. И это может явиться началом какого-то завитка, может быть, какого-то листочка. Я очень часто использую растительные орнаменты в том, чтобы украсить окарину. После полного высыхания глины происходит процесс настройки. А после настройки окарина отправляется в обжиг и обжигается при температуре 1100 градусов. После первого обжига окарины опускаются в молоко. Этот способ называется молочение. Это древний способ, который известен у разных народов. И уже после молочения они становятся темненькими, выделяется и проявляется ярче орнамент. И в самом завершающем этапе окарина покрывается ганозисом. Ганозис – это такой состав, в котором льняное масло и пчелиный воск – это основные ингредиенты. И после этого она становится теплая, звучащая и приятно лежащая в ладонях. Одна из моих любимых окарин – это вот эта. Она настроена в арабском строе. Это такой волшебный магический строй. Я сейчас поиграю на нем. Музыкальная школа прошла мимо, и я совершенно не сожалею о том, что у меня нет музыкального образования. Недавно я задумался, 15 лет, казалось бы, можно было получить два музыкальных образования, дважды отучиться, да, по 7 лет. А потом я задумался и понял, что наоборот, в этом есть прелесть того, что нету шор и нету шаблонов. Да, я, конечно же, слушаю музыку. Я слушаю абсолютно разную музыку, от этники до электроники, но качественной, обязательно качественной. И это мне позволяет расширять свой диапазон видения и своего самовыражения. А что нам важно? Важно быть собой. Поэтому вот моя сестра, она отходила в школу, да, 7 лет она отдала этому изучению фортепиано. Я не пошел. Я катался на велосипеде, я жег костры, я гулял в степи, поэтому для меня самое главное вдохновение – это природа. Я набирался оттуда очень много образов. Все мои орнаменты, которые нарисованы на музыкальных инструментах, это все взято из природы и из моих воспоминаний о детстве. Музыкальное образование можно получить, просто собирая его из разных источников. Есть друзья-музыканты, и есть, опять же, интернет, в котором безмерное количество информации. И самые важные какие-то элементы можно найти. Найти там или же через людей.
прежде чем начать настройку инструмента, я всегда тщательно проверяю свистковую часть, корректирую ее, если там есть какие-то заусенцы, пылинки. Это все обязательно нужно убрать. И только после этого всего определяется базовая нота. Вот есть подстроечное отверстие, и в случае необходимости при помощи него можно корректировать, повышать или понижать тональность. И вот под тюнер я смотрю, какая нота базовая. Соответственно, я беру гравер и рассверливаю отверстие. И проверяю ноту. Чуть-чуть не дотянул. И здесь есть куча маленьких наждачек, которыми я слегка подтачиваю, подпиливаю диаметр. Настройка это напрямую связана с моим собственным настроением. Бывает такое настроение, что хочется сесть и настраивать, а бывает руки не лежат. Бывает наоборот хочется лепить. Поэтому для меня настройка это отдельная такая фаза, отдельное состояние. Отверстие я намечаю просто для удобства пальцев, а настройка происходит посредством изменения диаметра. Вот это просто отверстие, вот намеченное, да, а вот это отверстие, оно уже выстроено в нужную ноту. Это нота до. Следующая будет нота ре. Вот сейчас показываю до диез. Соответственно, ее нужно рассверлить, сделать пошире в диаметре. Я не только музыкант, я еще и дипломированный психолог, телесно-ориентированный психолог. Я знаю, как при помощи разных музыкальных инструментов доставать из человека его застоявшиеся скрытые эмоции, как прорабатывать телесные блоки. Каждый музыкальный инструмент, он воздействует и входит в состояние звукорезонанса с той или иной зоной нашего тела. Есть застоявшиеся эмоции, которые можно протанцевать. Есть чувства, которые можно выразить через голос. А есть такие состояния, которые находятся более глубоко, которые можно доставать при помощи, например, барабана. Сразу включается тело, человек начинает двигаться. Мы начинаем вольно или невольно притопывать ножкой. А инструменты дыхания – это духовые инструменты. Они воздействуют на наше сердце, на нашу сердечно-сосудистую систему. И они помогают, облегчают и вытаскивает из нас те эмоции, которые где-то находятся в нашем сердце, в нашей душе. На создание вот этой окарины у меня ушло больше года. Но это не в смысле я делал каждый день ее. Просто вот она рождалась. Вначале родилась форма, потом она отлеживалась. Так вот доставал, смотрел и понял, что я хочу нанести именно вот такой орнамент. Он растительный. Однажды, шутки ради, я сделал самую маленькую птичку. Только в сравнении с большой, она просто совсем почти как клювик у нее. И она тоже выстроена в ноты и тоже звучит. В общем, такая малышка. Все начинается с шарика. Катается шарик из глины. Из вот этого шарика я вытягиваю
будущую заготовку окарины. То есть она фактически формируется еще вот на этапе лепки. Здесь мне помогают просто пальцы. Вот я где-то сильнее пристукиваю, где-то меньше. И дальше я начинаю формировать ту часть, которая будет являться свистком. Свистком и петелькой для подвешивания. И аккуратными такими легкими движениями я ее начинаю сводить между собой и слеплять. Когда я уже все выгладил, уже подготовил, можно приступать к созданию свистковой части. Свистковая часть – это ювелирная работа, ювелирная такая часть, в которой главное не ошибиться, главное сделать все правильно и верно. Намечаю то место, где будет прорезь, и то место, которое будет прикасаться к губам. И сейчас я буду делать нанесение орнамента. Орнамент нанесен, можно сказать, как некий форэскиз. Дальше, по мере подсыхания глины, будут еще добавляться элементы и какие-то детали. Мне нравится ставить себе амбициозные цели. Одной из таких целей было, чтобы в каждой стране был мой музыкальный инструмент. И сейчас планета Земля от Африки до Австралии, Америки, Японии, Китая и так далее, много-много стран, там есть и звучат мои окарины. И меня это безмерно радует и делает счастливым.